Всем привет. Планов тебя жара и... Я пошутила, ребят, на улице очень холодно. А мне... Я, наверное, говорила, короче... Всем привет. Сегодняшний влог начну с того, что я уже на базаре. Мне нужно было купить штуку такую. Сюда где-нибудь, короче, фотографию оставлю. Я не знаю даже, как она называется. Для книг. И сейчас пойду в сторону парк Пушкина. Так что сегодня буду снимать влог с Актубе. Как проходят мои дни. Пойдемте со мной. Хотите прикол? Я все это время снимала и оказывается, он вырубился. Вот, я иду, спускаюсь в нижний парк Пушкина. Точнее, с Акации спускаюсь на парк Пушкина. Те, кто не с нашего города, не поймут, ну ладно. Я спускаюсь, сейчас мне нужно снять деньги с Каспи банка и положить на Халкбанк. Там люди так пальчиком сделали, ну по-любому. Вот. В Актубе очень сложно снимать, так как... рука отморозила. Подождите. В Актубе капец как сложно снимать, потому что все такие, типа... Или смотрят на тебя как ненормально. Ну ладно. Сейчас я пойду сниму деньги. И потом поеду в Актубе жара. Там буду тоже снимать. Влог, кстати, будет с двух дней. Надеюсь, вам будет интересно. Смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики и пишите комментарии. Всех люблю. Это я стою в анваре и грею. Я замерзла. Знаете, какой на улице? Да, господи. Знаете, какой на улице жуткий холод. Просто жуткий. Я не хочу туда выходить. Я посмотрела на автобус, где он едет. Такой трекинг есть там. Скоро должен приехать. Поэтому пока что я не выхожу. Солнце светит, видите? Я стою на остановке. Жду 24-й. Пытаюсь радоваться жизни. Но я очень замерзла. Сейчас я вам покажу, как у тебя жар, как там все выглядит, то, что делает. Вот приехал. А это не мой автобус, это пятерка. Этот автобус едет ко мне домой. Но мне нужен не он. Вот. Я приехала на тебя жар и буду менять эти доллары. Точнее, тенге на доллары. Не скажу зачем, почему. Скоро увидите. И вам будет очень интересно. Ждут новые приключения. Мою золотую попку. Ехала в тебя жара. Смотрите, какое красивое платье. Я бы надела такое. Вот. Буду сейчас искать. По идее, я сама не помню, где находится косметика. Но где-то там. Клеюсь. Думала, Халкбанк находится с этой стороны. Их офис головной. Оказывается, нет, не с этой. И нужно... перейти дорогу на ту сторону. А пока что погреюсь, потом пойду. Подумала я. Блин, стабилизация минус. Извините, пожалуйста, я забыла, что тип дома. Простите, изменение кудышный блогер на холоде. Когда я мерзну, я не снимаю. Я не нашла в итоге этот и мир косметики. Он раньше вроде был там, сейчас не знаю. Но я подумала, да, ладно. Иду в Халкбанк. Сейчас покажу вам его. Вот иду я вот в это здание, вот это вот. Все тебе пробивают. Еще нет таких, кто жалеет, все такие, вот так, вот так. Стой, подожди. Я забыла опять снять влог. Простите меня, я никудышный блогер. Завтра будет очень интересный день. Пока что мы сидим в гостях, и Даулет рассказывает... Даулет. А Дурхман рассказывает историю про школу. Он такой позасел письку, у него устья остут. Все. Вот эти? Да. Да. Влог опять начинаем с того, что мы вышли. Сегодня второй день влога. Я вышла с дома. Сегодня будем... Я иду в кино с Азизом. Вот. Майя, кстати, едет сейчас на малышку. Для того, чтобы... Для чего ты едешь на малышку? В баню. А, в баню. Она едет в баню. А я пойду... к Азизу, он там, у Даулета дома. Мы заберем этот коробку от телефона и поедем в нем. Вот. Когда я только что выходила из дома, я сказала, что не холодно. Я пошутила, ребят, на улице очень холодно. Мы, короче, с Азизом замерзли. И едем на такси. Смотрите, какой понижен человек. Я домой хочу. В смысле? Я его не заставляла. Я ему сказала, пойдешь в кино? Он сказал, пойдем. Вот и все. Мы же за неделю договорились вообще-то. Вот. Капец, как холодно. А что мы не едем? А нет, мы едем.
Нифига. Я очень сильно замерзла. Ох, тебе холод. Морец. Лучше не буду ходить. Так такси приехал. Вот. Ой, их нету. Ты куда? А, здесь моя тетя работает. Ну все, короче, будем сдавать куртки. Потом, что пойдем, Казахри Павли? Знаете, у меня здесь должен лонгслив. Сейчас будем смотреть лонгслив. 14-13 числа, где ты куплю? Что? 14-го? В смысле, я уезжаю 15-го, Азиз. Чего? Ладно, смотри, впритык, главное, успей. Давай ты мне лонгслив, я тебе рюкзак серый. Он у меня дома лежит. Давай, давай. Если не возьмешь, я твой рюкзак заберу обратно в Турцию. Мы приехали в Мегу, а в Меге, я, наверное, говорила, короче, Азиза только что не забрали куртку, потому что мы положили туда до улета коробку от телефона, и на Азиза накричали, типа, вы что, издеваетесь, что ли, я не заберу твою куртку, и все, и Азиза куртку не забрали. Тебе не уходит вот так. Вот, а мы, короче, идем в Анвар покупать чипсы. Мы идем в Анвар покупать чипсы. Знаешь, не закрывай там. Смотрите, какая большая пачка. Это большая пачка, а это мега большая пачка. Она стоит штуку, это стоит 720. Вместе поставьте. Это, короче, я и пейнкард. А есть рекламу? Ну, до фильма. Знаете еще что? Я думала, Жека еще брали. Он там стоит только без вывески. Хочу покушать мороженое. С кучей чипсов. И сушняком, потому что наш фильм начинается, оказывается, в 4:40. А здесь ушел куда-то туда, в туалет. Я хочу кушать, потому что я проснулась в 12 и не завтракала. А еще Жека, с которой раньше стоило 500 тенге, начал стоить 900. Печаль, беда. Видите, вон он здесь. Мини-мини. Он собирается не звонить. Я ему написала, ищи, я рядом. Ой. Кажется, он же еще слепой. Ой. Я ему написала, ищи, он мне пишет, у меня зрение -3. Блин, найдет, нет? Он увидел меня. Я рядом, я туда, смотрю, туда. Мы подошли к виртуальному таксу. Романтический ужин на двоих в ресторане в Пекине. А, о, прикольно. А сколько нам заплатить? Следующий команд виртуальный этот. Привезти свое чувство юмора и актерское мастерство. 15 тенге. И вот так вот ужин люди окупаются в этой штуке. Начинается фильм через минуты 2-3. А ты так не умеешь? Ой, капец, как много людей, по идее. Здесь только будет фильм. Наш завтрак. В 4 часа вечера. Вот. Мы уже пришли, сели. Короче, мы сидим на самом верхнем ряду. А здесь не взяла очки. А я взяла очки. У меня вообще нет очков. У тебя -3, как у тебя нет очков? Потому что не в октаву. Ну так вот. Почему не там? Мне братишка разбил и там. Началось. Видите, ну мы квартиру в аренду не сдаем, у нас только на продажу. Отлично. Хороший капитал, но нужно приумножить. У кого какие идеи? У меня можно купить квартиру и сдавать ее посуточно. Костя, ты свои варианты предлагай, а то у казах идеи воруешь. Ребята, есть отличная идея, можно хорошие бабки срубить. Будем майнить коины. Но... Куда у Балага? Синий мзба? Что он говорит? А, он говорит, можем ли мы верить этому щеглу? Я бы have no other choice. Янда, мынау, не дейді? Басқа амал жоқ дейді.
Братан, не истим с тем, сураж? Не истим с тем. Не понял, учусь? Костя, с тем лучше сулись вой, лучше оценишь. Давайте прислушаемся к этому. Вообще, сын беду. Есендер, казар, бір-бірің түсін бейжатсыңдар. Ертең ана жаққа барғанда мал боласыңдар ма? Сосы мені шегіл дей бермендер. Бажалар, қайнағаны құтқарайық. Дұрыс айтасыз, давайте сделаем это. Алға, бажалар. Мына бажалар реально қуады екен. Шашпадыңдар ма? Ой, еш нәрсеге тиіспедік. Сіздер кеткенде қалай тұр, дәл солай тұр. Молодцы. Бәрі де жақсы, мам. Ну все, пойдемте за стол, все готово. Я жүрмін. Отырыңыз. Ой, жандарым менің. Құншақтарым. Жүрмін. Саған ноқтыр ма? Саған ноқтыр ма? Красавчик. Красный. Че там? Тай қашан? Саған рахмет, Бүркіт. Сен Касяка кірмегенде онымен танысып болушы едің. Майкл, Жень, Костя. Рахмет сендерге. Вот бажа болса, сендер де аяқ болсын. Бажухи! Адам болсын. Ремень. Пойдем. Я пришла снять деньги с кассы, чтобы обменять их на доллары, потому что вчера у меня там ничего не делал. Я сняла деньги, сейчас кассы иду в холодбанк, чтобы поменять их на доллары. Кстати, до сих пор да, не сказала для чего это, что я буду делать. Но это секрет. Узнаете дальше. Будет интересно для вас. Мы пришли в донерку. Надеюсь, через года так 2-3 уже будем по ресторанам такси, да, здесь? И Азиз будет башлять. Да нет. Короче, я жду донер. Я вообще до сих пор, как я плохо, не ела донер. Вот потом позвонил папе, папа должен приехать со мной через 3 минуты. Хорошо, посмотри, как там красиво. Вот. Вообще меня не видно. Короче, папа ушел за май. Меня уже забрал папа. Меня вообще, наверное, там не видно, ладно. Меня забрал папа. Пошел, короче, за май. Потом мы поедем домой. Дома, кстати, вам расскажу про то, куда мы едем вообще, что, зачем, почему. Надеюсь, вам было интересно смотреть влог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Я пришла. Привет. Я пришла домой. Взяла свой стабилизатор. Сейчас мне нужно будет переодеться и с Милой позаниматься английским. Да. Как-то так и никак иначе. Слезы на щеках. Ты что, дура, плачь? Дай угадаю. Ну? Хорошо. Давайте. И раз, два. Как вам переход? Это моя. Мила, ты же хотела показать. Это Вая. Вая. Мне неудобно сгинать. Из-за того, что тетенька мне 5 слоев сделала. Я не знаю, как называется. Так что мне теперь чужое сгинать. Моя мама постилает. Потом будем удобно. Потом еще погладит. Моя мама штаны делает. Мои руки могут скидеться. Йоу! Короче, я сегодня меняла деньги. Так,
Меняла я деньги на доллары. Кстати, первый раз в жизни осознанно свои доллары держу в руках. Это так прикольно. Для меня это прям вот достижение. Ну, реально. Не знаю, наверное, кто-то скажет, типа, ну, какая-то, типа, всего лишь доллары, типа, чё она. А для меня это прям, ну, что-то вот... Не знаю даже. Что-то, наверное, заслуженное, что-то стоящее. Вот. Ой, не знаю, почему у меня сейчас начал болеть живот. Мне нужно позаниматься с него и английским, потому что я ей обещала потом перекинуть папе данные с его телефона на этот... на ноутбук, фотографии. Да, и все, в принципе. Потом позвоню Даулету, и мы будем учить ПТТ. Послезавтра иду сдавать. И, кстати, с этого дня тоже запишу влог, потому что этот влог выйдет, наверное, уже завтра. Вот. Можно Майя, короче, училась у меня сегодня английский. Как тебе первый урок английского? Такое. Мила, отвлекалась. Просто. Угу. Вот. Папа что сказал сделать с этим, я не знаю. Это я всем. У меня же свои уроки. Плюс. Ты половину из этого знаешь, на самом деле. Ну, половину из этого я знаю. Ну вот. Ну, вы это выучите. Там же типа еще у меня письменно. Русский, английский, остальные уроки. С английским поможешь? Успеешь. Постараюсь. Если не успеешь? Да. Не забудьте домашку еще по английскому делать. Я уже начинаю же делать. Начинаешь? Молодец. Редактировала только что очень влог. Нынешний только что очень, не знаю, как правильно. А, поняла то, что у меня нет концовки там. Поэтому концовка будет сегодняшнего дня. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчик. Всех люблю. Всех целую.